Черногории вспыхнул лесной пожар. Днем огонь еще был относительно далеко от населенных мест и захватил низкую растительность и кустарник. Недалеко от туристической столицы, города Будва, в понедельник, 20 августа, начался лесной пожар. Его тушат с помощью спецсамолетов МВД, сообщает пресс-служба ведомства. К тушению пожара, который начался утром на неприступных склонах Паштровской горы муниципалитета Будва, по запросу Будванской службы защиты и спасения подключились 3 пожарных самолета дирекции ПЧС МВД, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что огонь днем был относительно далеко от населенных мест и захватил низкую растительность и кустарник. Как сообщалось, в Финляндии в этом году было рекордное количество лесных пожаров. Ранее серьезные последствия самого жаркого лета в Швеции показали из космоса. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimiCorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.